хороший настрой после победы в первом матче. Если и сегодня выиграют, будет положено хорошее начало чемпионата. Игра, которая может войти в историю. Историю одной из команд футбола стадиона страны. Ну как серьезно ты представил эту встречу. Ожидания действительно просто запредельные. Осталось только футболистам их оправдать. Бускетс, Бургас. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Вратарь намертво забирает мяч. Он накручивает соперников одного за другим. И как опасно пробил. Гол! Мяч в сетке! И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, это вырвано. Прекрасный навес! Дрогба! Какой был удар, но нет гола. Да, возможно, это был сейв матча. Аут. Тренер гостей команды требует от защитников искусственного офсайда. Наверняка отрабатывали на тренировках все это, и сейчас посмотрим, насколько хорошо у них получается. Эвра. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Перехват в центральной зоне. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланг. Куарежма, Бернан. Месси! Ох, какой гол! Какой гол! И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Отличный сейв вратаря. Паштуш Пимпаре. Тут просто подарили мяч на поле. Адебайо. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Но тут явная ошибка того, кто делал эту передачу. Месси. И на месте голкипер.
Какой шанс! И это просто шедевр! Не удивлюсь, если некоторые болельщики отправятся сейчас домой. В принципе, тут все ясно. Но настоящий болельщик никогда свою команду не бросает. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Итак, гости организуют искусственный офсайд. Такое указание тренера, как мне показалось, да? Ну тут главное четко и слаженно сработать, Георгий, а то ведь можно и выход один на один получить. Один. Адебайо. Опасная подача была, но оборона справляется. Пас с фланга. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Паштуш Пимпара. Получает мяч на ходу. Потеря. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Куарежма, Бернар. Паштуш Пимпара. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Месси. Адебайо. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Куарежма, Бернан. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Игрок обороны легко прерывает эту подачу. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Завершился первый тайм, но счет у нас. Начинать второй тайм с таким преимуществом, разумеется, приятно. Однако игра еще не закончилась. Посмотрим, что будет происходить. Один. Адебайо. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Иньеста, Лука. Опасно! От стойки в ворота. Ну что, диктору по стадиону можно объявлять: гол забила штанга. Или гол забил штанга. Вау! Вечерний Черданцев просто в великолепной форме. Георгий, твой искрометный юмор меня когда-нибудь убьет. Уже 4 гола в этой встрече забито, 3-1 счет. Куарежма, Бернан. Команда гостей получает от тренера указание поймать в офсайд игрока. Надо сказать, достаточно рискованный маневр. Один. Адебайо. Защитник справился с задачей, мяч выбил.
мяч ушел на угловой. Удар по воротам. Отличный сейв вратаря. Паштуш Пимпаре. Куарежма Бернар. Опасно! Месси! И есть гол! Для вас играет артист больших и малых академических театров. Несомненно, он проводит сегодня едва ли не лучший свой матч за карьеру. Такой мощный, резкий удар с близкого расстояния вратарь еле увернулся. Ну, теперь матч можно с полным правом назвать в одну калитку. Атака продолжится через фланг. Будет штрафной удар. Спокойно выбивает мяч далеко. Месси. Есть варианты для паса. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Тренер гостей команды требует от защитников искусственного офсайда. Наверняка отрабатывали на тренировках все это. И сейчас посмотрим, насколько хорошо у них получается. И это автогол. Да, и такое бывает. Хотел спасти свою команду, и что? Вышло все наоборот. Забить мяч в свои ворота — это, конечно, всегда неприятно. Он накручивает соперников одного за другим. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Один. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли. Игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Желтая карточка. Обезопасил он свои ворота. Эвра. Итак, гости организуют искусственный офсайд. Такое указание тренера, как мне показалось, да? Ну тут главное четко и слаженно сработать, Георгий, а то ведь можно и выход один на один получить. Удар. И справляется вратарь с этим ударом. Отличный удар. Хорошую позицию занял вратарь. Совсем не обязательная потеря. Опасно как! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Куарежма Бернар. Месси. Паштуш Пимпаре.
Какой шанс! Ох, какой гол! Какой гол! Наверное, есть претензии у голкипера к защите, но разве что для очистки собственной совести. Ужасная, просто чудовищная игра вратаря сегодня, и оборона тут, собственно, не при чем. Продолжается игра, уже забито 7 мячей, 6 из которых в одни ворота. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Можно было получше мячом разбиться. На фланге мяч перехвачен. Баштуш Пимпаре. 3 минуты будет там. Месси. Адебайо. Дрогба. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Тут и спорить не о чем. Абсолютно точно красная карточка. Пол последней надежды. Классика футбола с последующим удалением. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша старта. Подача, и мяч летит прямо к нему. Мяч у вратаря, все правильно. Окончательный результат матча, что-то из тенниса, 6-1. Это вторая победа подряд. Клуб действительно на подъеме. Скоро узнаем, смогут ли они сохранить форму до конца сезона. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось. Просто какой-то невероятный, фантастический матч он сегодня провел. Голевая машина. Шикарная игра. Тут больше нечего сказать.